Раньше поездка до западного автовокзала занимала у Клавдии Пономаревой 40 минут. Сегодня не меньше часа. Говорит, всему виной новый автобусный маршрут. Она очень редко ходит. Очень даже. Десятка очень-очень. Особенно 4:30 должна идти, ее никогда нет. Вместо 4:30 в 6, без 15:06 выходит, это точно. Маршрут номер 10 – один из самых длинных в Донецке. Он соединяет площадь Бакинских комиссаров с западным автовокзалом. Автобусы ходят с интервалом в 7 минут. Из-за увеличившегося маршрута водители теперь не успевают по графику. Пробки, снег, конечно, не успеваем. Должен приехать 5 минут назад, а мне же отправляться. Понимаете, как получается? На остановках много теряю время. Да и получается. И мне прибыть 40, а 45 отправиться. 45... Я должен как раз вот отправиться. Ну, короче, теперь нагоняем время. Всего на маршруте 21 автобус, следующий до западного автовокзала. По словам Антона Беремесенко, покупать дополнительный транспорт в этом году не намерены. Да, маршрут достаточный, потому что в этом направлении дублируется он с 10-м маршрутом автобуса на большей своей, 10-м маршрутом троллейбуса на большей своей части. В транспортном предприятии пообещали отреагировать на жалобы пассажиров. Сразу проверят наполняемость автобусов, после этого решат, как исправить ситуацию. Инга Лапикова, Георгий Жилич, Панорама.